уважаемые друзья! Вас приветствует экипаж многофункционального пожарно-спасательного корабля пожарно-спасательного центра города Москвы, носящего имя Героя Российской Федерации полковника Евгения Николаевича Чернышева. Мы поздравляем всех представителей мотосообщества, участников московского весеннего мотофестиваля с открытием мотосезона 2019 года. Мы гордимся тем, что подразделение быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах Московского пожарно-спасательного центра вливаются с этого сезона в вашу большую профессиональную семью. Наши мотопожарные спасатели будут дополнительной оперативной силой в деле обеспечения безопасности на дорогах столицы. Позвольте поприветствовать и поздравить с началом нового мотосезона представителей замечательных мотоклубов, для которых дорога, трасса, мотобайк – не просто слова, это состояние души, это любовь, это жизнь. Life Members, Indian Motorcycles Raiders Group, Мотоклуб Орден, Red and White Army, Мотоклуб Patriots, Мотоклуб Veterans, Valkyrie Riders, Free Chapter, Wells of Liberty, Goldwing Club Russia, Harley Owners Group, Harley Davidson Club Wells Russia, Вода прохладная.
Thank you.
Я уже